На конкурс дети читают стихи. Ученица 4 класса А, школа 1741, Кожанова Настя. Дворник Дед Мороз. Шубы, шапки, душегрелки, дворник трубочку курил. И, усевшись на скамейке, дворник с ним говорил: ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь. Подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Да к чему я говорю? Сяду я да покурю. Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит. И вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает. Глянь-ка, Маня, крикнул Ваня, видишь, чучело сидит. И глазами угольками на свою метлу глядит. Дед Мороз и дети. Это вроде снежной бабки, или просто Дед Мороз. Ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос. А оно как закричит, как ногами застучит, да как вскочит со скамейки, да по-русски закричит. Будет вам уже мороз, как хватать меня за нос.